И добро пожаловать на канал Вечный Пилигрим. Сегодня продолжаем с Кайриме проходить за боевого мага. Просто отыгрывать боевого мага скорее. Раз персонаж так понравился, давайте ему уделим больше времени, чем обычно. Итак, без записи я коротко добил зачарование до сотки. Пришлось еще раз мотнуться по Давайтрана, поскольку у меня закончил. Полтора пункта не хватало на... Это прокачка, в общем, 98,5 у меня был прогресс. В общем, добил. Соответственно, создал себе комплект алхимии на плюс 25% к силе зелий. 4 штуки, итого умножить на... Итого x2. И у меня кончились ингредиенты. У меня немного недокачана алхимия. Собственно, что 9 пунктов надо докачать, тут все перки взяты, как какие мне надо. Заодно я наварил себе зелье на разрушение, теперь жизнь станет лучше и проще. А что не хватает, так это зелье ядов, уязвимость к огню, уязвимость к магии. Ну что делать, попутно деньги кончились. Придется как-то на броню. Так, кто у нас тут? Соответственно, надо броню как-то обновлять. На этого мы зелья тратить не будем. Готов, да? Надо обновить броню, надо будет обновлять зачарование. Ну, это как докачал химию, чтобы сделать уже один раз. Все, мне тут больше ничего от него не надо. И сапоги тоже уже, все, это уже по привычке. А теперь, что у меня по камню? Все еще вор. Ну ладно, пусть вор будет пока. Теперь наша задача. Смотрите, у нас какой уровень? 30-й, 31-й. Хочу я себе эбонитовую броню. Кузнечку качать, ну, очень долго. Деньги кончились, а тут надо и алхимию докачать, и кузнечку почти с нуля качать. Проблемно, и перк нет. Что я сделал? Полный комплект эбонитовой брони носит с собой воин Баэти. Воин Баэти у нас, это квест, понятное дело, Баэти, который после 30 уровня. Можно либо прийти к святилищу Баэти самому, либо... Соответственно, дождаться поклонника Баэти случайной встречи, и у него будет книжка и начало квеста. Соответственно, давайте-ка подождем пару часов. Он, ну, лучше 3. Он нас должен нагнать, мы стоим на месте, непись движется. А вот нагонит. Не нагонит. Ладно, тогда я проверю, что все идет, что не сорвалось. Да, вроде идет. 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 Ну, это хорошо. Следовательно, мы отправляемся в Виндхейм. В общем, наша задача будет убить воин Баэти. Эбонитовая кольчуга нам не очень нужна, потому что нам нужно зачарование на теле. Ну, слоты под зачарование. Что нас не устроит. Какой там пишет, двигайтесь, урон ядом 5 секунд. Плащ, по сути, на 5 единиц урона в секунду. С учетом легенды, делим на 4. 1,25 единиц урона. Секунду, это просто смешной показатель. Попутно нам надо подсобрать ингредиенты и на яды. И вообще надо задумываться о палисаднике, то лишь поместье озерном. А лучше и о палисаднике, и о оранжерее. К сожалению, у эбонита, у слуги Баэти, воина Баэти, точнее, нет булавы, у него только клинок рандомный. Поэтому булавы эбонитовой мы пока не достигли. Нам надо апнуть броню живучесть. Ну, старело, давайте честно. То я вынужденно ходил в этом. А чё так у него мало хп? Он битый, что ли? Да, похоже. Я зелье сейчас не пил, чтобы так шаром кидаться. Да, ну нет ничего толком. Посмотрите. В общем, нужен Виндхельм. Так.
Сразу уязвимость к огню. Сейчас, давайте вспомним. Кровавый венец. Достать не очень сложно. А что ж еще? Не виноград или джабзи? Кстати, нет, виноград джабзи это на уязвимость к магии, это нам тоже надо. Есть, по-моему, у соли уязвимость к магии. И чешуйчатка. Чешуйчатка вообще вещь полезная, но тоже надо искать. И это надо искать в окрестностях рифта, на деревьях. Ладно. Кровавый, что-то такое, чтобы на хп еще ингредиент. Прах вампира, чеснок. А, ягоды можжевельника. Блин, ну это маркер. Дозорный. Нет, не помогу, потому что я шаром его и волка. Хотя, можно. С головой придется побегать пока такой. Хотя уже тоже не устраивает нас. Надо будет перезачаровать хоть стальную новую на предмет более сильного урона огнем. Огненная ловушка душ пусть будет. Ну и зачарованная на урон огнем второй слот будет булава. Этого будет тоже неплохо работать. Рабов нет? Нет, они ниже. Вот здесь они быть должны. А, вот он. Стоп. Блин. Зря. Надо было потерпеть урон еще. Ну ладно, как получилось. Попутно 31 уровень. Может быть, давайте отсюда. Ах, хотя нет, толку нет. Хотел у кузнеца, у торговца вообще посмотреть и больницу была в продаже, но на 9 монет. Смешно. У меня денег нет, чтобы скупаться, сами понимаете. Ингредиенты, да, теперь все станет куда проще. Я травник, а себе перк, конечно же, взял на x2 ингредиентов. Растительных, по крайней мере. Так что сейчас добьем оставшиеся пункты. Надо будет сделать запас себе ингредиентов, которые нужно. Так, а у нас зелье на разрушение получалось из последней светящегося гриба. Тоже ингредиенты растительные. Блин, тут все, как видите, все в группе. Поэтому не стоит. Растительные, соответственно, надо будет тоже высадить в оранжерею, и чтобы запас всегда был нужных растений. Это кровавый венец, ягоды можжевельника, послед светящийся гриб. Набор, так сказать. Хотя, я его сейчас и начал бить. Еще раз. Еще раз говорю, бей. Даже два раза, это было не планово, но я выдержу. Сойдет. Да, восстановление у нас будет страдать магия, потому что я не буду делать на нее скидку. Я уже говорил, ну просто потому, что мне нужны слоты под зачарование. Я лучше хпшки себе добавлю, или там магорезист еще опять же надо не упустить из виду. Так, вот здесь можно денег набрать. Ай. Так, есть лечение у меня. Вернее, зелье. Можно и реген. Вот такой. Вот так. Магия разрушения. Сколько у нас теперь? 153, 76. 23 делим на 4. 30 с копей, почти 31. Нехило. С учетом вот этого. 71, да. Ну, да, плюс 10%, плюс добавки 10% догорания, так сказать, постепенного урона. Не то. Джал не нужен. Сапоги не нужны. А вот вижу бабочку. А, правда, не синюю, а голубую, ну ладно. Блин, я страшненько боюсь. Давайте вот так попробуем.
понятно. Ну да, это не совсем стражник. Или вот не относится к фракции стражников. Стоп. Колдун. Колдун уже исчез. Видите, штраф появляется. Ну вот. ХП позволяет более-менее танковать. Денег у них нет, правда, вот это. О. Зато, да, именно что танковать. Промазал позорно несколько раз, ну давай. Да, 28. Лежать. Ну, отбились, лентик. То есть у нас маг получился, который еще и танковать купить может. Не зря я страдал без маны. Скелеты встанут? Нет, они, скорее всего, с магом уже убежали. Ну, ладно. А, ну вот, допустим, явно останки скелета. Древненорское оружие. Ай, как бы. Это все мои, мой урон. Спасибо. Опа, мародер. 2. 500 монет, да? Отстань. Отстань. Блин, это солдат братья Буря. Мародера не трогать. Да. Да уйди ж ты. Ай, умер. Ворвался. Ворвался зря. Вообще, чтобы получить мародеров, успеть залутать, причем еще сначала их выцепить, а не заливать все. Я думаю, вот так. Вот еще волнаешь. Кстати, я вот этого убил и сам. В прошлый раз отпустил 200 монет. 200 монет. Мне крайне нужно. Еще разбойник. 100 монет. А я не успел одного залутать. Ну ладно, хотя по отмычке. Фига себе, у меня же было полное хп, господа. Вы это видели? Ведь полное было? Ну ладно. Не совсем, мы еще можем, не все можем, вернее, танкова. То, тыл зачистить, наверное. Ничего, мало еще делать. Ну да, напомню, в ванильном Скайриме такого сражения близко нет, поэтому там бы я и не умирал. Зелье. Да, расходятся будут быстро такие, но у меня шар, мне самое оно здесь. А почему я его не пошатнул? Вот у него надо 250 монет. И вот это надо брать, наверное. Для улучшения потом. Очень сильно прокачать на кузнечку. Как я не раз говорил. 250 наликов. Не понял. Да сгинь, зараза. Да, это я соберу побыстро. Тебе-то и что сделал? Еще и зелье извел, а? Которое мало мне достаться. 50 хп вылечил. Видишь ты сюда? Охотник, у него просто шкура есть, напомню.
Кстати, вот это мы возьмем, создание сетов нам еще понадобится, ну, на ту же кузнечку. Это взял сейчас, поменяю. Хотя оружие, те же нордские пираты, может быть, можем просто продать, да? Ага, сплошанул. 49 урон на этот. А нужно ли? Наверное, нет. Почему? Потому что я все равно иду за бандитом. Я сразу сменю качественность себе. Да, мне еще великий камни душ нужен, блин. А то я сменю броню, а зачаровать или я собираюсь на скидку на разрушение. Как-то толку мне будет от этой брони, если колдовать не сумею. Аккуратнее будет надо. Так, к пеликанам. Идем обязательно. Кстати, уже 1100 почти монет. Серьезно. Я понимаю, что зелье, но я не собираюсь пить зелье ради одного трупа. Тратить зелье на разрушение. Так, тут. Это продам. Вот так вот продам. Какой другой ценности не имеет, кроме красоты. А так по факту это легкие доспехи. Кожаные доспехи. По характеристикам эльфийская легкая броня. Вот так. Так, на великанов жалеть нельзя зелье. Кстати, у меня что с рунами? Руна, руна, руна. Надо бы поставить руну. Потому что... Не так. Потому что может пригодиться против великана. Одна, да. А их тут два. Раздамажили, давайте второго. Хотя мы ему с места двинемся, не даем, слушайте. Горел, ладно, я целился вообще-то в того, но этот сам прибежал, но он не шар. Ладно, руна не пригодилась. Ну да, эффект контроля еще ж. Отвыкли от него. Надо держать в голове. Нет, не, он живой. Нет, не живой, все-таки хорошо. Мамонтов у них нет. Пальц великана нам тоже самое оно под прокачку алхимии. С учетом того, что мы идем под Виндхельм, там как раз наберем ползучие лозы. Ну и пшеница на фермах. А вот и кровавый венец. Возьмем. Тут случайные камни, может быть даже великий сейчас попадется. Камни души не будет. Не. Тяжелая броня, шикарно. Камни душ обычно продать. Ну, возьмем. Продать. Да, продать. Увы, но великий камни душ не попался, как и втайне надеялся. Ну, в целом-то неплохой лут. Ожерелье сапфиром можно будет толкнуть. Так, и самое главное, что у нас с разрушением. Нам бы до 60 его докачать. Потом еще азидаловую маску-то. 52, понятно. Маску азидала бы на, добыть. Чего искать-то? Денег нет на спонсир, для спонсирования раскопок кургана. Где противник? Давай. Их ты с этой стороны нету? Че? Ну, давайте добудем орехал. Мало ли куда мы. Проверь, что все идет.
Так. Да, пропуск кадров 0. YouTube. Ну, как я и опасался. YouTube трансляцию порвал. Короче, YouTube будет, ну, как я и боялся, будет просто в записи, полная версия. Потому и записываю, ребята, проверяю. Давайте полегаем. Кстати, площадке ему деваться было некуда, поэтому... А, вот он где противник. Он просто занят был, скажем так. Да мне твое лишение меня магии как-то не интересует, газовой маг. Точнее, низкого уровня какой-нибудь. Да, скидка есть. А вот ты полетишь далеко. Так что вместо того еще бегать придется, да? О, странный шепот. Ливерская маска, кстати, полезно. Где? Тут не говоришь, куда ты наверх карабкаться, ладно? Ага, самый гуще сражения. Ладно, пойдем. Если это высокоуровневый товарищ, там может быть очень много денег. Последнее, я помню, сколько, плюс 350 мне монет дало. Вопрос только, кто он? Поклонник Баэти. Так. Здесь я, наверное, сдохну не один раз, но я в это влезу. Я приму в этом участие. Бей всех, чтобы боялись. Такие 200 стрел, может быть? Да. А, это бандит, я думаю, это поклонник. Б, эти, вот это не хочу писать. Блин, он убегает, вы гляньте, я думаю, это его сжег там ненароко. По нему урона мало проходит, 54 золотых. Это данмер, как обычно. О, шикарно по деньгам, поэтому 50% резистент, ну, сами понимаете. Вот, тяжелая броня. Еще и вылетело. Поушалось. Ладно, да. Ну, то, что очень много неписи относительно ванильной игры. Движок не всегда выдерживает. Ну, даже сейчас шаром огненным, это, заметьте, всего лишь адептовский спел, мы бодро очень начинаем выносить товарищей. А, добавьте сюда яды. Добавьте сюда 25% ветки разрушения бонуса к урону и добавьте еще 25% от будущей маски Азидала. Итого выходит картинка-то страшная.
понял. А стоп, может быть такую толпу рунами стоит, не? Не, может. Что получится? Надо вообще-то вот так делать почаще. Полезно для здоровья, говорят. И сохранят все это время канал. Не, давайте все-таки шаром. Я так и не понял, действует ли или нет. Перестало. Перестало действовать. Блин, у них идеальные зелье лечения, мне уже надо. Даже просто ради этих зелий. Ты всем, ну, идеально употребил, зато вот крепкий, но он меня затарил, да? Так, а для подальше, не жадничаем. Вот так делаем парочку. Удар. Ага, просто слетел в сторону. Мне его брань не нужна. Ну, она дешевая, что толк. И это был ваншот. Так, книжечка. Отправляемся сейчас. Все. На глазах исчез, а? Блин, прекрасно, 400 стрел, это 200 монет. Кто там такой бодрый? Не? Не, ну давайте уже искать. Добивать надо. Вот сюда. А, еще ты. Все, я понял. А тебе-то я забыл. Да-да, сейчас. Плюс огненного шара, сам видите. Можно целиться рядом, так, на спид. Золоченую броню я уже, конечно, возьму. Даже вот так. Так, у меня 5 единиц свободного веса осталось. Ладно, уходим, значит. Блин, ну и здесь надо брать. Ладно, выкинем, если что. Что-нибудь да выкинем. Угу. Либо органианскую делать, да нет, спасибо. А вот так, вот так, вот так, вот так. Паги не берем, ох, как правило, в игре полно. Что здесь можно? Вот это не очень не хочется. Вот так. Сапоги, я сказал, их много. Ага. Тут слитков никаких нету, да и нужны слитки. А, еле силы есть. Ну все, но это надо ускоряться до Винхейма. Понемножечку лечимся. Блин, как назло руда, да? Кстати, когда пойдем делать квест, боитесь, там корунда будет полным-полно в той шахте. Крепкие острия ножа. Острие ножа. Вывод, надо будет туда идти разгруженным. О, ну, ребят, это вы вообще как-то так. Глупо. А, не, я думал, двое. Ну ладно,
Одного пятеря не буду, сами понимаете. Попал, не уклонился. Я мог в сторону делать шаг, все. И смерть просвистела бы мимо. А ты-то кто? Одержимый беженец? Ну иди, мне пока не до переайта. Еще надо винограда набрать. Так. И к великану. Ну, надо заглянуть. Даже просто из-за налички. А их тут двое, это плюс сундук. Блин. Сели придется пить немножко раньше, чем я планировал, но... Так, надо в темпе их кончать. А что это 47, кто мне скажет? Почему не 71? Не 68, ну ладно. Все. Не заметил, что второго завалил в 100. Попробуем шкуры дотащить. Большой камедуш взять можно. Шкуру уже, понятно, не беру. Иначе уже не влезет. Ну, хоть у того взял. Что в сундуке? Угу. Не зря зашел. Вот это, наверное, придется выкинуть. Здесь мы сделаем вот так. Ну, так придется делать. Чё? Что тут мне еще сказать, да? Виндхельм на горизонте. Уже хоть какая-то. Так, денег. 2800. Слушайте, уходили с 9 монетами, это мы еще не торговали нигде никак. Кто начинал смотреть трансляцию, я, конечно, извиняюсь, но YouTube в последнее время чуть шалит вот с этим делом. То ли просто скорость там иногда ограничена, то ли, скорее всего, скорость просто что обрубается трансляции. То я, наверное, сейчас больше перейду на выпуск именно видео и буду выкладывать ролики, а не трансляцию. Что такое? А, вес. Ладно, говорил. Вот так пьем взамен, все равно не хватит того напитка. Пшеницы наберем, великанов мы, благо, перебили штук. А сколько? 4? 4 их должны. Ладно, бегом. Ну, давайте медведя зажарим. На еще раз. Умри, что ли. Так, а тут у нас, да, есть этот растяжка. Боже, сейчас мы ее используем. Нормально, нормально все. Сейчас будет проще по весу. Сейчас мы это все впустим в полоски кожи, это должно нам неплохо помочь. 319 было, да? О, 20 кило выиграли. Но мне все равно надо будет. Так, что за учебник? Тут Трислав правильный, заберем опять. Дублирование, ну ничего. Сойдет. Лишние экземпляры их продать можно.
Запасом сил все грустно, но нам он не нужен. Нам лучше ХП побольше. Все равно не уйдешь. Корунд. Корунд брать надо. Тоже факельную шахту потом за железом зайдем и сможем ковать много-много доспехов. Стальных, на них прокачаться. Это будет на самом деле хорошая экономия. Потому что стальные слитки, они дешевые. Это что было? Это зачем, как говорится? 305 с 305, блин. Все, больше брать нельзя. Так, в Виндхельме мы были? Давайте-ка. Вот так. Ну, тут уже все равно ничего интересного нет. Ни противников, ни лута из-за нашего переносимого веса. Ага, понятно. Еще одно зелье. Ой, как не хочется. А может дойдем так? А, так. Подавай. Вот так. Ну все, ну зачем мне запасы? Хотя зелье можно было и продать. Я не прав. Наверное, надо овощной суп пользовать. Ну, пить напиток силы плюс 40 переносим весу, я считаю, нерациональным. Девочка. Давай, ладно. Эй, дяденька, не хочешь цветочек? Не давай, куплю. Давай. Голубой лиловый. Заходи еще. Ага. Надеюсь, это не Бабетта на охоте. С нее станется. Ну да ладно. Вот так. С эльфом я, по-моему, уже, ну, решал в квесте. Найдется что-нибудь подходящее. Рад тебя видеть. Наконец, хоть кто-то может помочь. Говорить красивее нет, денег погляди. Нет. Стоп, у меня амулет, по-моему, Зенитара, или я не прав? А, нет, амулет Мара. Весь мой товар, побрякушки и так, нужно продать. Раз. Стрелы, они не весят, стрелы мы всегда успеем. Два. Это он не купит, это магу можно попробовать будет толкнуть. У него денег столько нет. Сапфиром толкаем. Теперь что у него? У него сами зарядим, уже не стоит переплачивать. Не низкие уровни. Эбонит. Нет, это я куплю потом. Мне сейчас деньги нужнее будут. На остальные нужды. Кольцо с бриллиантом, да. Ну, это дорогущая штука. Вот так. Это ты не купишь, ну и ладно. Вот так ты купишь. Ладно. Что повесит 205? Прекрасно. Что с деньгами? 3500. А, почему не трачу на красноречие? Ну, смысл, мне сейчас... Хотя коллеги Винтерхолда тут не очень хочется. Ради магии, повышения магии, разрушения. Скорее... Можно в рифтон мотнуться будет за уроками кузнеца. Ну да. Нельзя бросать в огонь большие... О, труды сейчас закуплю лучше. Говорят, да все, что доброму воину нужно. Так. Ох ты, блин. Сейчас сначала продадим, потом подумаем. Заманчиво. Купить. О, 500 монет. Больно заманчиво. 52. Но это железо.
А у меня не, нет, нельзя, у меня 239. У меня 6 килограмм свободного веса. Так. Давайте-ка вот так. Арифал, да. Вот так. Ну да, я броню тащу норскую, что поделать. С тобой не ранее. Я не торгую. Да, немного того, немного сего. Так. Что у меня есть тебе? Повес, конечно, мизерная разгрузка, но по цене, сами понимаете. Двемерский наруч, истинного кузнеца, да, еще? Вот это все. Вот так. Спасибо за... Нельзя же верить всему, что говорят. Так. Со мной все будет хорошо. Не ты. Иди сюда. Погляди. Пока его флакон мне не очень интересен. Так, собственно, ручно изготовленное зелье я продавать не могу, помните. Поэтому вот так. Вот так. Вот так я уже я свое получше сварю. Наверное, все. Ингредиенты я буду перерабатывать Ирнианис, потому что там сет на удвоение мощности зелья, по сути, лежит. Бедная Нильсен совершенно разбита после убийства. Так, так. Сейчас еще. Нужно что-нибудь выковать. Да все, что у тебя по деньгам? 506. Ты у меня еще купишь вот это. Да. 5000. Так, эбонитку смотрим. Двемер. Нет, доспехи надо, доспехи мы заберем. Ну, за исключением Керас. А вот если бы ты мне эбонитку здесь купи, сам предложил. Двемерская булава, да нет. Нет. Питится путешественник, которому нужно хорошее оружие, отправил ко мне. Давайте по-быстрому во дворец. Мне надо, соответственно, у мага камушков душ великих. И так, и наемника не забыть. Того, кого я принесу жертву Баэти. Тоже надо. Обязательно. Не понял, где. А, вот он. Я так понимаю, ты маг. Думаю. Что я ему хотел предложить-то? Да вот так, разве что. А у него взять первый раз. Или великий, не, постольку брать не буду. Второе, книжек посмотреть на разрушение. Вдруг что-то есть такое. Типа. Да нет, не должно быть помощнее экспертные заклинания. Плавим. Не. Стрела, руна. Нет, еще в продаже. Ну и ладно. Я бы объяснил, так, пророк, ну он новичок. Все, до 50 учит, поэтому и ничего мне не даст. Блин, эктоплазма, повышение повышение бы, да. Нет, я не буду устраивать для тебя магическое представление. Придется походить, в чем есть. Бой выигрывает сильный, но войну выигрывает. Все, пока. Что ж, за наемником и к Баэти. Ну да, получается. Все равно кирасы кузнец бы не купил. Древние норские. Ой, какие древние резные норские. Так что не жалеем об упущенном выходе. Ну, не купил, у него денег хватило. Заходи, дай мне знать, если тебе да хранят тебя боги в битву. Спасибо. Покажи этим мародерам, что про вас... Хорошо, где этот наемник? Вон он. Ну, судьба у тебя такая.
Если ты ищешь мой клинок, остер, я жажду битвы. Вперед! Ну, пойдем. Пошли. Скоро расстанемся, не волнуйся. Так. Не забыть нарвать пшеницы на эти снежных ягод заодно. Вот на фермах. В принципе, это по пути к святилищу Баэти. Ну, в том же направлении, по крайней мере. Сохраняться надо. Что у меня по классу брони? 140-то? А, 143 подросло. Да, по поводу брони можно уже дотерпеть. Ну, террасу только придется какую-то взять. Пока не эбониту, потому что... О, каджиты, потому что эбонитовая кольчуга мне, я сказал, даром нужна. Она... Три камушка, да ты мой хороший, слушай. Что тебе можно продать такого? Ничего особого. Ну, разве что... А, руда, конечно. Нам еще бы ртутную руду найти. Вот даже возьму. Не, ничего. Пусть дорога приведет тебя в теплый пес. Угу, спасибо. По весу 20 кило вес. Блин, 20 кило свободного. Ну, понимаешь, что по 38 две керасы, это уже 76 кило. Пусть там пальцы великана первый. Сейчас странный шепот, шикарный заказ, я денег поднимем. Только если он в более-менее доступном месте, а вот положим. Ищем силуэт, подсвечиваем. Смотрим, но не видим. Может, я слепой такой? Вон. Ну, давайте сбегаем, вдруг это мародер. Лишние монеты там 300 мне вообще никак не помешает. Да плюс лут с мародера. Да, Алхимия, ничего, сейчас снизим. Как-то качаем, снизится потребность в ингредиентах. Кроме мере, которые не обладают мне. Нет. Обладает ненужными мне свойствами. Соответственно, тоже снизится нагрузка на инвентарь. Железо. Железо нормально. Железо плюс коронка. Сталь. Сталь мне нужна. Громила. Не стоит на него тратить зелья. Мне только штук 7 осталось. Слишком мало. Шикарно. Кока. 250, да? Ну, вот это уже деньги, да. Да, да. 3,5 еще в остатке. Давайте до фермы назад. Даже вот так. Пшеницу тоже надо посмотреть, всю собрать. Ползучие вазы набрать. Так, ты так не пугай. Староватый я становлюсь, чтобы работать весь день. Надеюсь, мастер знал, позволит. Не справилась это блин. Кто напал? Был блин. А давайте булаву разберемся. Только сохраниться надо. Я не там ошибаюсь, я боюсь приложить кого-нибудь другое. Да, извиняй. Ну, нормально. А, что много хп потирать, так потанковали.
тролль. Один на один бы я с ним поиграл. 53, кстати, сколько? 54. Ну, наемник же не даст. Где? Ну. Окихасский мастер вампир. Вот это уже. Не, тебе надо вот так делать. Кстати, заметили, за счет способности вампира от, ну, от рана, а у него было более 280 хп. Ну, добивай. Все, пойдем, доведем этого товарища без приключений, надеюсь. Ему скоро умирать. Короче, почему способность от Ранахамани, или как он там называется, из призыва, оно работает на призванных существах, в том числе и для неписей. Ну, вампиры-призыватели, поэтому всегда есть. А, вот он, даже 100 или 380. Вот эта штука на тролле сработала, как на призванном существе, поэтому 380 было хп. Тролль был, видите, сам, ну, на треть сильнее. Четверть, там, на треть. На 100 хп мощнее. А также и с оборотнями, которые за счет своего способности из ветки, из дерева, способности вервольфа имеют там плюс хп. И на, вот поэтому поначалу, если цифры не отображаются, как в баре, то можно подумать, что вы его бьете, а хп у него не уменьшается полоска. На самом деле там все уменьшается, просто это, скажем так, зрительно будет видно, когда вы снизите ниже нормального запаса. Так, вот забыл. Этим горам. Не очень люблю эти горы, но что делать? Своя атмосфера у Скайрима, так что терпимо, терпимо. Просто еще запас сил нет. Но это уже традиционно. К бандитам этим не полезу, не до них. Приют этого беженца тоже не полезем. К панку, а вот там дорога. Что повесим? Блин, 274, кошмар. Как быстро кончается. Ну, зато мы набрали ингредиентов много. Пока брать больше ничего нельзя. И как назло, железо. Ладно, железо проигнорируем. Опять же, ради одиночной такой цели, причем не опасной, зелья не трачу, мне их мало. Да что ж ты добивание, хоть отключай. А был бы я маг тряпочный, вот это был для меня, возможно, и смертельно, если бы он меня ударил. А так я нормально, даже один, может, даже два укуса переживу. Не, ну правда, нехватка маны у меня что, чувствовалось раньше на ловушке душ, но мне это уже не надо. И чувствуется сейчас на восстановление. Но опять же, зелье есть, то есть мне... Мы верные служители владыки Боэти. Ты здесь, чтобы испытать себя? Это своего рода культ? Мы следуем примеру Боэти. Речью и клинком мы высекаем свой путь в этом мире. Ты? Ты ничтожество. Бесплодный пар, уносимый ветром. Ну-ну, я тебя не боюсь. Хорошо. Возможно, я ошиблась. Кто это, Боэти? Повелитель интриг, обманщик народов, пожирательница Тринимаха, королева теней, богиня погибели, тот, кто уничтожает, и та, кто стирает. У госпожи много звучных имен, но они нужны лишь нам, простым смертным. Можешь воспевать ее могущественные имена хоть до скончания века, все бестолку. Имена не значат ничего для госпожи. Она заботится лишь о тех, кто готов сам позаботиться о себе,
чей дух полон силы, а жизнь деяний. Мое сердце полно стремления, жизнь наполнена событиями. Если ты желаешь узреть нашу темную госпожу, вот что тебе надлежит сделать. Во-первых, докажи, что твой язык способен лгать. Найди человека, завоюй его доверие, приведи его в святилище. Затем скажи своему пленнику коснуться жертвенной колонны. Магия захватит его и лишит силы к сопротивлению. Затем, не колеблясь ни секунды, вонзи ему в сердце ритуальный клинок так глубоко, чтобы воды его сердца омыли лезвие. Если твоя воля будет достаточно сильна, Боэтия услышит нас и явится перед нами. Так, я это сделаю. Посмотрим. Но если так, и если Боэтия явится, мы примем тебя в свои ряды. И жертвенный клинок вручили, и у меня вес. Переносимо. Ай, как обидно. Ладно, черт с ним, с этой граной. Пойдем. Только давайте, наверное, вот что. Эту серию мы закончим, а следующую серию начнем. Потому что нам квест это долгий квест, интересный. И не стоит его дробить. Так уже начал, ладно. Спасибо всем за просмотр. Надеюсь на ваши лайки, комментарии, подписки. И до новых встреч!